Помимо ансамбля «Ватан», автобусы по поручению главы Дагестана передали детским коллективам «Счастливое детство» и «Сарыкум». Теперь на гастроли и конкурсы они будут ездить с комфортом. В этом убедился наш корреспондент Рустам Думаев. Для заслуженного ансамбля «Счастливое детство» значимый и волнительный день. В их автопарке пополнение. Этого события они ждали с нетерпением, поэтому в автобус ребята усаживаются без промедления. От такого щедрого подарка юные артисты в восторге. Теперь перед ними открывается еще больше возможностей для творчества и самовыражения. Долгожданный и очень нужный подарок от Сергея Меликова руководителя ансамбля вручил мэр столицы Юсуп Умавов. Современный просторный автобус теперь будет возить юных артистов на фестивали, конкурсы и другие мероприятия, в том числе за пределы республики. Он рассчитан на 29 посадочных мест и отвечает всем современным требованиям. Здесь есть все для комфортных поездок. В свою очередь, Тимур Магомедов вручил мэру памятную фотографию, которая, по его словам, была сделана в тот день, когда танцевальному коллективу пообещали новый транспорт. На самом деле сегодня значимый день, потому что наш коллектив наконец получил автобус. Автобус именно туристический, для того, чтобы мы могли прославлять нашу республику не только по Северному Кавказу, но и по всей нашей огромной стране. В жизни коллектива очень много радости привнес этот автобус. Дети очень счастливы. В завершении мероприятия выступление артистов ансамбля, которые подготовили яркие и красочные номера, а также произвольная зажигательная лезгинка и коллективное фото. Отдыхать ребятам некогда. Впереди много работы и столько же творческих побед. Рустам Хандумаев, Махарбек Амариев, Юсуп Газиамаров. Время новостей.